Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в период проведения зимних игр в Сочи. Согласно этому документу, митинги и шествия в Сочи, не связанные с Олимпиадой, нужно будет согласовывать с правоохранительными органами. Ну а накануне президент осмотрел олимпийские объекты, комплекс трамплинов «Русские горки» и гостиничный комплекс. Там Путин пообщался с первыми постояльцами. А затем президент покатался на горных лыжах, где к Владимиру Путину присоединился и Дмитрий Медведев.